Вот что происходит, когда у кошечки происходит течка. Период, как говорится. Вот. Это началось вчера. Вообще февраль месяц — это период у кошек, как говорится, когда они гуляют. Именно у кошек женского пола. Вот. И она вот так вот идет об землю, как будто бы как под валерьянкой. Вот, вот такие вот делают движения, поднимает хвостик, вот, раздвигает ноги, вот, издает такие звуки. Мурка, тебя когда-то звали Ноно. Ты же Ноно была, а теперь у меня стала ты Мурка. Да, я знаю. У бывшей хозяйки, которую я тебя купил, ты была Ноночка. Ноно, а теперь ты Мурка. Маруська. Да. У тебя два имени. Вообще у евреев принято давать два имени. Три, четыре. Так она у меня еврейская кошечка. С двумя именами. Нона и Маруська, да? Нона Маруся. Дона Маруся ты. Дона Маруська. Смотрите, вот это вот у нее. Но я ее закрываю это, под моим надсмотром. Ей еще рано, потому что у нее день рождения 20 мая, получается ей сколько? 8 месяцев ей. Через 4 месяца ей будет годик. Значит, желательно до года, значит, политика такая, до года и 2 месяцев, даже до года и 3, лучше не, чтобы она не забеременела, потому что она сама еще развивается, она еще сама. Она, в принципе, может, но не очень хорошо это. Поэтому я стараюсь этого избежать. То есть она еще не беременна. Если бы она была бы беременна, она бы так бы себя бы не вела. Получается, что он ее еще не засандалил. Ну вот. Она хочет, чтобы он ее засандалил. Вот. Вот, аж сходит с ума. Ну вот. Вот такая интересная. Вот природа. Не. Все, теперь надо это все прекращать.